Знаете, говорят, от Сибирки до Тюрика. Да. Как от Сибирки до Тюрика. И там народ некоторые пишет, что там уже все, блин, там трасса, короче. Пока джиперов не было, было хорошо, сейчас там все с джиперами, квадриками, там все проложено, погоди, прокатано. Там ежей, наверное, набросали уже. Да вроде пока нет. Ничего такого не слышал. Давай. Ты, Саня, хороший папа. Минут. Ну, как ты хочешь проехать похитрее. Серега, тебя, если что, спасет тест-драйвовский автомобиль. А, ты не стал туда, я думал, ты по грязи хочешь. Че-че? Нет, ты чё? Я в грязь не поеду. Проехал. Даже не интересно. А мне такое ощущение, что левая сторона колесо чуть не оторвалось. Сейчас попробую. Дубль 2. Смотрим на левую сторону. Да? Смотрим на переднее левое колесо. Трещат даки. Давай. Если у него там что-то, знаешь, не случится, чтобы он здесь... Я думаю, он спокойно просто проедет. Ты посмотри на него, какой он злющный. Он выглядит как этот. Он какой злой. Едет спокойно. Пока едет. Кем хочет уже проехать место. А нет, другое место. Нет, это не надо, как колеса с ним. Антипалка? Залезла. Пойдет. По-любому. Там воды-то нет. Где вода? Где глубина? Куда встанься? Куда встанься? Нет, приблизь его. Я приблизил. Не, он выйдет нормально. Да не, он выйдет.
все вышло. Вообще все проехал. Если только сейчас развернется, обратно поедет. Нет, не поедет. Слушай, не надо такой вазик покупать. Как только по асфальту на нем ехать, пока до Тюлюка едешь, вот так на такой резине, на асфальте. Мне как... Только на таких тут есть, реально просто. Больше всего меньше. Вот так глубоковато. Саня, а там зимой-то люди ездят.